Ну, не знаю, как будет камера. Сейчас посмотрим. В общем, что? Да, лед. На дороге просто лед стоит. Сплошняковый. Так, здесь у меня это такой старый комплект. Сейчас достану новый комплект цепей. Вот так вот он выглядит упакованным. Не знаю, как камера снимает, так что уж извините заранее. Вот она цепь. Сейчас мы ее распутаем. Цепь еще надо умудриться распутать. Вот, смотрите, так мы ее закидываем. Продеваем туда, сзади. Ловим тот хвост. Вот так. И застегиваем его. Раз. Застегнули. Теперь поправляем цепь. Отстегиваем натяжители. Вот раз. Хоп. Максимально вручную натягиваем цепи. Так, идем за второй цепью. Это не тот комплект цепей. Это был старый комплект цепей. А то я думаю, что она такая запутанная и такая плохая. Вот новый комплект. А вот этот новый комплект. Что-то я ступил. Ладно. Поставим одну старую цепь, одну новую. Уже снимать, конечно, ту не буду цепь. А я еще думаю, что она такая запутанная. Вот новые цепи, видите, по состоянию даже.
И вот он, вот я там зацепил, теперь поправляю. Задом наперед одел. Ладно, по сути. Нет, может, натяжители неправильно работать. Сейчас переоденем. Вот так. О, она где-то цепь. Вот, теперь натяжители, видите, правильно выглядят лицевой стороной сюда. Все, закрыл, закрыл. О. Ну вот, ребят.